По данным избиркома, к 3 часам дня на выборах в Алтайском крае проголосовало 494 222 человека. Это около 27% избирателей региона. На протяжении всего дня в лидерах по явке остается Алейский район. Там проголосовало более 6 тысяч человек, 48,86% от всех избирателей. Меньше всего проголосовавших в Первомайском районе – 24,61%. Среди городов края активнее всех голосуют в Затосибирском. Явка здесь уже составила 43,56%. На втором месте Яровое – 34,43%. В Барнауле пока на выборы нового губернатора пришли 118 262 человека. Это примерно пятая часть избирателей. Новую информацию по явке в краевой избирательной комиссии озвучат в 19:00.